Добро пожаловать на мой канал. Я решила снять еще одно видео, и я расскажу вам о своей первой коробочке Glam Box. Вот так вот выглядит. Очень я ждала эту коробочку. Это моя первая коробочка. Конечно же, море эмоций, столько радости. Очень мне понравилось ее оформление. Она такая гладкая, беленькая. И, конечно же, я ее не буду выкидывать. Потом буду в ней хранить что-нибудь полезное и нужное. Итак, сразу скажу, что я безумно довольна наполнением коробочки. Это как раз то, что я хотела. Значит, внутри была вот такая вот брошюрка. Здесь у нас описание продуктов, которые мне положили. Все на месте, ничего не потеряно. И вот так вот это выглядит все внутри. Давайте в каждом продукте по порядку. Всеми продуктами я попользовалась и могу сказать свое мнение. Значит, первое — это вот такая вот малюсенькая тушь от MAC. Она такая маленькая. Вообще так мне понравилось. Значит, выглядит она вот так вот. В виде такой, как сказать, конусообразной кисточки, что ли. Вот я очень люблю такие кисточки, именно с обычной щетиной. Тушь очень классная. Значит, что про нее написано? Тушь Zoom Lash. Тушь подкручивает и фиксирует ресницы от самого основания. Содержит пантенол, пантетил и производные витамины Е для увлажнения и укрепления ресниц. Щеточка обеспечивает разделение, поддержку и равномерное покрытие каждой ресницы. Для создания объема достаточно нанести тушь на ресницы одним слоем. 890 рублей. И тушь мне очень понравилась. Во-первых, достаточно нанести всего лишь одного слоя, чтобы реснички стали такими подкрученными. И они действительно прямо разделяются. Такие эффект театральных ресниц, просто второго слоя даже не нужно наносить, но это лично на моих ресницах. Вот, никогда я не пробовала такую тушь, конечно, так что, скорее всего, приобрету себе полную версию, потому что супер, понравилось очень. Дальше была вот такая вот термальная водичка от Aven в объеме 50 мл. Значит, термальная вода обладает уникальными целебными свойствами. Оказывает смягчающее и противовоспалительное действие. Вода насыщена кремнием, имеет нейтральный pH, эффективно успокаивает чувствительную аллергичную кожу. Разбрызгивает на лицо, шею, волосы в любой момент дня, освежает, успокаивает, снимает воспаление и раздражение. Ну, я термальные водички люблю использовать в летнее время, в жару, например. Так что я вот эту вот миниатюру оставлю, скорее всего, на лето, потому что она маленькая и поместится в сумочку, в любую, даже в самую малюсенькую, вот, поэтому оставлю. И вот так вот выглядит дозатор. Дальше вот такой вот крем от Clarins. Это дневной крем, увлажняющий крем. Живительный источник влаги утоляет жажду кожи, моментально устраняя ощущение стянутости и сухости. Экстракты коры котофрая и почек рябины устраняют обезвоженность и защищают кожу от загрязнения окружающей среды, предотвращая появление морщин и наполняя кожу сиянием. Наносите утром и вечером на очищенную кожу лица и шеи. Используйте при ощущении дискомфорта из-за обезвоженности кожи. Значит, цена за 50 мл 2300 рублей. Кремом я тоже попользовалась. Тоже он мне понравился. Он увлажняет кожу. У меня после этого крема нет никаких высыпаний, как обычно это бывает. И крем очень приятно пахнет. Но единственное, что мне не понравилось, здесь 15 мл. Но на самом деле я вот давлю, 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 и крем не появляется. Он вообще на самом дне, то есть тюбик не полный, и это у всех так. Поэтому зачем было делать такой тюбик? Проще было сделать на 5 мл. Ну а в целом крем неплохой, понравился мне. Дальше мне попадается вот такая вот кислородная маска от Bliss в объеме 10 мл. Эта маска шампанская для вашей кожи, способствует насыщению клеток кислородом, оказывает быструю помощь тусклой, уставшей коже, увлажняет, действует как порыв свежего воздуха.
Быстро распределить по поверхности лица на слегка влажную кожу. Через 5 минут смыть, протереть лицо тоником и нанести увлажняющий крем. Использовать 2-3 раза в неделю. Значит, за 100 мл цена 2575. Конечно, довольно-таки дорогое удовольствие. Здесь вот такой вот дозатор, мой любимый. Значит, попользовалась тоже я один раз. Значит, вы распределяете эту маску на лицо. Она становится такой пышной пенкой, беленькой. И оставляете на 5 минут, и она так слегка пузырится. Так прикольно. В общем, смываете это все. И я могу сказать, что у меня улучшился цвет лица. Это да, кожа стала такая сияющая. Вообще отличный продукт. Я не знаю, надо, конечно, приобрести, потому что вещь очень замечательная. Вот. Далее. Вот такой вот продукт от NYX. Это эксфолирующий гель с лепестками роз. Нежный эксфолирующий гель с лепестками роз для частого применения. Не содержит искусственных ароматизаторов, красителей, минеральных масел и составляющих животного происхождения. Нанести на влажную или сухую кожу, помассировать, смыть водой, использовать 1-2 раза в неделю и наносить на кожу вокруг глаз. Значит, здесь у нас 15 мл, а цена за 75 мл 995 рублей. Ну, скажу честно, я еще не пользовалась этим гелем, так как посылочка пришла мне в субботу, еще как-то я не успела, но обязательно попользуюсь. Думаю, мне понравится. Запах очень приятный, с такими лепестками роз, еще, как мне кажется, с чем-то таким мятным. Какой-то эвкалипт сюда добавлен. Вот так вот выглядит, с такими мелкими частичками. Вот, ну, пахнет очень приятно. Буду пользоваться. Дальше вот такие вот три пробничка от Clarins. Значит, это средство для улучшения цвета лица. В чем заключается секрет безупречного макияжа? В красивой и сияющей коже. Средство для улучшения цвета лица мгновенно дарит коже сияние, выравнивает тон и скрывает мелкие несовершенства кожи. Легкая текстура просто наносится и мгновенно тает на поверхности кожи. Можно использовать самостоятельно и перед тональным средством. Значит, за 30 мл цена 1450. Ну, я тоже не пользовалась этими пробничками. Я, как правило, их ложу в отдельную коробочку. И когда я уезжаю в отпуск или куда-нибудь еще, я беру вот эти вот миниатюрки с собой. Очень удобно, не занимают никакого места. Вот, и потом ими попользуюсь. И последнее, что было в моей коробочке, это вот такой вот парфюм от Lancôme, La Vie Est Belle. Значит, вот так вот выглядит полноразмерная версия, с таким миленьким бантиком. И здесь была вот такая вот миниатюрочка. Понравилось то, что здесь стеклянный такой бутылечек и пульверизатор есть. Сразу скажу, что аромат это мой, он мне очень понравился. Хоть и добавили в него экстракт ириса. Вот у меня есть туалетная вода ириса Тевраше. Вот этот аромат мне просто не нравится. Он жутко тяжелый, от него болит голова. А вот этот вот, хоть здесь есть ирис, но добавлено что-то еще. И аромат получился таким сладеньким, и в то же время он не приторно сладкий. Значит, что пишут? Квинтэнсенция счастья и прелесть улыбки, воплощенная в хрустале. Впервые за основу парфюма взят ирис, который раскрывается от первой до последней ноты и придает аромату аристократизм. Волнующая глубина пачули соединяется с восхитительно падающей драпировкой гурманского аккорда. Аромат заключен в легендарный флакон «Хрустальная улыбка», созданный в 1963 году Арманом Петижаном и перевоплощенный в современной эстетике. Значит, представляет этот аромат Джулия Робертс. Цена за 30 мл 2850 рублей. Я подумываю над приобретением большой версии, потому что аромат очень-очень мне понравился, очень приятный, он такой ненавязчивый. И как раз-таки сейчас на холодное время. И он очень-очень стойкий. Вот я нанесла его на запястье, целый день проходила с этим ароматом, уже и дома убралась, и полы помыла, и руки мыла несколько раз, аромат все равно остается долго, как будто бы вы его только что нанесли. А на одежде держится вообще очень долго, наверное, будет держаться неделю. Вот такой вот аромат.
Вот это была вся моя коробочка Glambox. Очень я довольна. Буду, наверное, заказывать еще, потому что очень мне понравился этот сервис. Все так удобно. И недолго это все задерживается, как обычно это бывает во Враше. Извещение тоже мне пришло сразу. В общем, я очень-очень рада. Теперь я жду коробочку Elbox. Тоже сниму видео. Ну и на этом все. Всем спасибо большое за просмотр. Всем пока!